Всем доброго времени суток. Давно на моем канале не было влогов. Больше недели. Ну что ж, вот я его наконец-то снимаю. На улице идет снег, вода не видно. Можете видеть, что у нас уже все заснежено. Ну, сейчас на меня столбится жуткие льдинки. Даже не снег, а мелкий град. Вот. Она даже примерзла к играм. Сегодня у меня веселый день, в кавычках. Потому что сегодня я еду на Олимпиаду. Ну и это, конечно, учителями. Но мало чего линяет. Вернусь я домой вряд ли. Не рано. Так что вам поснимаю сегодня удобно своих снежных приключений. Я в новом карточке. Блин. Девушка была. Не видно вообще. У нас на улице минус 6. Вчера было плюс 3. Сегодня минус 6. Кошмар. Снега обещают, что выпадет месячная норма за сегодня. Да, даже видел на этой неделе, я не знаю, кто его снимал. Если только за все попробую снять видосик, пятница. Потому что сегодня я приеду часов в 5 вечера, а то и 6. И не буду точно. Не на видосик. Сейчас дорожку прям по газону. Прям по снежку. Чувствую себя космонавтом, я еду. Толстенных ботинков, куртки, толстовки, варежки, шапки. Тапку у меня, конечно, по сути не подходит. Но куртку мне буквально вчера привезли наконец-то. Я ее даже не успела. Ладно, все, я пришла. Ну, всем вечером, если вы хорошо меня смотрите. Вот. Сейчас время около 4. Я вышла с Олимпиады. Прошу прощения, я забыла вам, как я ехала на Олимпиаду. Сейчас я вам буду снимать, как я поеду домой. У меня еще в запасе милки рублей. Я уставшая, голодная, злая, пусть. На остановку на этот теплый автобус, который ходит очень редко, да еще в коротке. Где он и когда ходит? А вон, вижу остановку. Теперь надо понять, когда он. Ой, а я здесь поняла, поняла, где мы находимся. Еще, когда до меня доперлось, где я нахожусь. Просто я сюда живу. Ездила когда-то лет 6 назад на Олимпиаду по английскому языку с Россией. Вот. Домой. Сейчас буду так. Я сейчас не открываю. Автобус не видать. Здесь он здесь ходит. Ключи будет полная. В общем, мне сейчас привезли последний минут так нибудь 5-10, когда мы сюда ехали. Короче, автобус 5. Там других проехало штуки 3, а этого все не было. Нет, только покупали, это здесь мой. Все, чао. Ну что ж, вот, ой, там моя бабушка. Вот я прикатила в свой родной торговый центр. Теперь поеду домой. Другую домой. Пойдем по коробку. Thank you.
пятницу, ты еще и землянички зарабатываешь. Народ гуляет. А я когда? Большую часть не знаю. Сначала либо поучить, либо что-то стрелял. Либо на бомбу. Еще больше не надо все. Я бы его вам, конечно, показала. Но я думаю так. Я, наверное, завтра сниму вам хольчик. И в нем покажу все свои новые вещи, включая этот картофан. А то что я вам буду все тайны раскрывать-то? Очень интересно тогда жить получается. Что я вам все раскрою, вам будет неинтересно посмотреть. Кстати, пишите в комментариях, если поддерживаете мою идею с холом. Да, я придумала вам тут новый челленджик. Думаю, его тоже завтра снять. Времени хватит, но он такой классненький. А за улиц на улице полная зима, и ничего не поделаешь ведь. Да,
Все, я дома, я раздеваюсь, иду пить горячий чай. Да, это видео, скорее всего, не будет очень быстрым. Не будет очень длинным. Точнее, не письмо, вам ничего интересного, но я не смогла. Я вставлю вам видео с нашего последнего дня четверти. То есть будет как бы два влога, и как-то и так я, наверное, удлиню свое видео. Она его кидает, чуть не уебывает чувака. И встается вот такой, блядь, позой. Я не знаю, как это сказать. Подача. Всем похуй. А она также продолжает стоять. Они проебали очко. Они проебали очко чье-то. А, ну да, 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 конечно. Прежде всего, надо посмотреть мою переписку с ней. Итак, она стоит, она ждет, пока мяч прийти в нее. Ну, почти дождалась. Она переходит. Она не замечает. Она продолжает там. Ни хера себе, чуть в баскетбольное кольцо не попали. Она продолжает стоять. Она не замечает. Да ладно, мало ли какой-то розовый телефон есть. Ну, чехол верни. Удача. Всем похер. Все профессионально. Кто это? Она Баскак. Баскаков? Не знаю, это кто. Обязательно надо почитать переписки. Нет, блядь. Обычно люди смотрят фоточки, но кому-то надо почитать переписки. Я не читаю. А что у тебя там фоточка? Что же ты делаешь? Я фоточки смотрел переписки. Да. Там есть такая штучка вложения. Надо найти фоточки. Фотография. Конечно. Там дальше можно. Пролезни. А, фото! Да ладно! Да, ну! Извините, ролик! А, ну так я, ну нихера здесь все равно до сих пор не делаю. Это Антон. Лось, подписка на канал, ты не гибак. А это Максим, который залипает в моем телефоне, да, Максим? Он да. Ищет фотки для дрочки. А это Оля. Там Стеж. Там Нателла. Это твоя мама. Смотри, Антон. Она стоит. Смотри, прикол. Ну, есть Кирилл, есть Кирилл. Кирилл. Мы что, съели Кирилла? Где он? А, вот. Сука, ору. Это что? Это Даня. Еще. Избранная, понимаешь, избранная. Это избранная. Нашла. В смысле? Кирилл! Ты чё? Кирилл! Ты проиграешь! Хераси! Хераси ты могёшь! Смотри, какой селфи профессиональный! О, блядь! Ты знаешь, бывает палец, бывает вся рука! Стоп, а чё это? Это я пыталась заблокировать телефон, там Ольга проходила, я такая, блядь! Это точно телефон, Оль? Ну, то есть... А это мяч. Ой, петушки! Всё потому, что ты петух! Мы ничего не делаем. Мы продолжаем снимать видос. Она до сих пор стоит. Ничего интересного не происходит. Блин, это же видео. Что, ты видел? Ты же главный фанат Оли. Вот. Ты будешь у нее видосики, наверное, если она это вставит куда-нибудь. Вот и профессионально. Профессионально. Антон. Ну, немножко не подала. Оль. Горизонтально снимает, ты чего? Вот так? Да. Я так и снимала, но потом просто решила перевернуть. Че? Что? Снимали Олю. И что? И что? Оль, повернись. Иди. Саша. Стефка. Ладно, все, Стеша, я не снимаю. Это петух. Ладно, шучу. Кукареку, ты как ты снимаешь? Вот так будешь.
Я не видеоблогер, прости. Да нет, ты как не знала. Как это держать? Да. Трясёт. Интересное кино. Я распалила, что мы снимаем. Я сам. Приближай Олю. Давай. Ой, еще. Оля! Олечка, ес! Оль! Ну, Оля! Привет! Привет! Оль! Оль, скажи привет! Я думаю, на сегодня это уже все. Давайте прощаться. Спасибо.